Муниципальные власти будут узнавать мнение россиян о качестве своей работы весь год. Мониторинг будет проводить Минэкономразвития совместно с региональными органами исполнительной власти. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Согласно документу, опросы россиян будут проводиться в течение всего года с идентификацией респондентов. Кроме того, власти субъектов России должны будут размещать на сайте государственной системы управления значения показателей, чтобы оценить эффективность работы органов местного самоуправления.